70% жилого фонда Вологды уже готово к отопительному сезону. Все работы должны быть завершены до 1 сентября. Как видим, большинство управляющих компаний справляются, но есть и отстающие. Управляющие компании региональной конституционной системы 3. В управлении находится 75 домов. Процент готовности по водонагревателям 70 домов подготовлены. 60% по опрессовке элеваторных узлов смешения, это 73 узла из 124. Ну и немножко мы по поводу отстаем по промывке системы отопления, 40% на сегодняшний день. Вы как оцениваете подготовку в этом году к отопительному периоду и по сравнению с прошлым годом? Ну, в целом, если подводить итоги, то примерно на том же уровне идет. То есть примерно те же самые стоящие управляющие компании, ну а традиционные сильные компании, вот новые технологии, подшипника, мальчик Фрязинова, они достаточно качественно работу выполняют у нас. Нареканий минимум. Все, что какие замечания выявляются, они устраняются в кратчайшие сроки. В том году, я помню, у нас были управляющие компании, которые к нам на комиссию не ходили по подготовке, когда мы проводили совместно с прокуратурой. В этом году как? Так же плохо, понятно. Основные сложности возникают на домах на старом жилом фонде, да, где изношены инженерные сети. Вот там как раз и складываются проблемы, связанные с той же промывкой, когда начинают мыть систему отопления, а там появляются какие-то дефекты, свищи, протечки и так далее. То же самое и касается подогревателя горячего водоснабжения. Если оборудование старое, то оно не всегда выдерживает гидравлические испытания, и сам подогреватель, и тепловой узел, и так далее. Ну и подготовить маленький жилой фонд, маленькие жилые дома у управляющей компании вызывают больше проблем, чем, вот, допустим, с большими жилыми домами. Поэтому, как правило, вот эти маленькие дома, они остаются напоследок и в последнюю очередь готовятся. В целом, меня порадовала готовность наших муниципальных управляющих компаний, где есть процент 90 и выше. Порядка 10 управляющих компаний, как и в том году, это управляющие компании, которые не ведут системную работу, плохо работают с населением, которые не занимаются содержанием. Есть еще, к сожалению, но есть такие управляющие компании. У нас еще достаточно времени, до 1 сентября времени мало, но его достаточно для того, чтобы подготовить. И мы сейчас будем заниматься отдельно вот этими хулиганами, так скажем, управляющими компаниями, которые не готовят жилой фонд к зиме. Тем не менее, ситуация повторяется, она аналогична, как и в том году. Но если вы помните, благодаря тепловым сетям, подключению тепловых сетей к работе, значит, мы жилой фонд запустили полностью весь и подготовили к зиме. Поэтому я думаю, что в этом году сейчас мы будем различными способами, убеждением, значит, различными административным воздействием на эти управляющие компании призывать их к тому, что необходимо готовить жилищный фонд.